Общенациональный протест устроили колумбийские фермеры. Он закончился столкновениями с полицией. Агропроизводители задолжали правительству и банкам свыше $1 миллиарда. Это и стало причиной протеста отчаявшихся людей. Они требуют списать хотя бы часть долга. Рабочие перекрыли все крупные автодороги в провинциях грузовиками и сельхозтехникой. Беспорядки прокатились практически по всей стране. Закрываются школы и магазины. Люди боятся выходить на улицу.